какая ж песня без баяна, какой же завтрак без Роксаны. Доброе утро, мои дорогие! Искусство приготовления пищи не знает границ. И мы совершенно спокойно можем оказаться на другом конце планеты. Например, в Мексике. У нас в гостях сегодня повар из ресторана «Санта-Фе» Юрий. Como está, Юрий? Muy bien, очень приятно. Очень приятно. Что мы сегодня будем показывать? Сегодня будет блюдо, мексиканское блюдо, huevos rancheros. А, яичница по-ковбойски. Да. Значит, сейчас мы покажем наши ингредиенты. У нас молоко, мука, томатный соус, зелень, красная фасоль отварная, мелко нарезанные помидоры, зелень, здесь перец, помидор, лук, авокадо, две долечки, три яйца, кукуруза консервированная. И вот это вот замечательное, ты об этом еще расскажешь, что это такое? Это масло. Острый перец. Масло, острый перец, лавровый лист, зелень, чеснок. И оливковое масло. Yes. И сколько это должно постоять, побыть? 1 неделя. 1 неделя мы это себе берем на вооружение. Я тебе все помогаю делать. Okay. Молоко. Молоко. На тебе. А здесь молоко 200 грамм, да? Да. Теперь мука. Тебе что? Мука. Тоже стакан. Теперь что сюда добавляем? Мощная вилочка. Вилочку на тебе. Венчик. Венчик. Яйцо. Сколько? Одно? Одно. Одно яйцо. Вот, красиво так. Зелень. Зелень. Зелень может быть любая, да? Да, любая. Любая, по вкусу. Кукуруза. Кукуруза. Немножко, да? Угу. 2 ложки. 2 ложки кукурузы. Соль, перец. Мы жарим на этом масле, так же, как мы обычно жарим оладушки или блинчики. У нас на кухне тепло, а на улице зима. Прекрасное, но коварное время года, когда очень легко переохладиться. Чтобы простуда не застала нас врасплох, есть прекрасное средство – бальзам Битнера. Регулярно принимайте его, и это повысит ваш иммунитет. Впрочем, можете добавить бальзам Битнера в чай, кофе или просто воду, что придаст вашему утреннему напитку аромат альпийских трав. 2 ложки, 3 ложки фасоли. Чуть-чуть перца. И томатный сок. Еще масло. Можно яйцо. Отдельно яйцо тебе теперь. Так. Очищенная авокадо. Это будет просто красиво. Фасоли, а соус готов? Соус готов? Вот так. Ну, фантастика. Можно зелень, петрушка. Ну, а зелень для украшения Юра использует. И авокадо для украшения. Всем приятного аппетита. Спасибо. Это блюдо удивительно, необычно по вкусу. Вот это сочетание кукурузной лепешки, овощей, фасоли, яйца и, конечно же, авокадо. Попробуйте это сделать, возьмите на вооружение, вы откроете для себя новые вкусовые ощущения. А на завтра приготовьте, пожалуйста, творог, изюм, ванилин, сахар, яйцо, манная крупа. Рецепты наших завтраков в журнале «ТВ Парк».